Всем привет! Всех поздравляю с праздником, с Рождеством Христовым. Это город Абакан. Вот сегодня хочу показать наш Преображенский собор. Столько много людей идет в церковь. Вот так красиво украсили веточками вход, елочками. Вот люди все идут. И еще почему я вот так вот снимаю, я хочу сказать. Это просто аномальное. Сегодня у нас тепло. Я даже открыла окно. Вот, и спокойно снимаю из окна. То есть я не мерзну. Везде говорят, что сейчас такие холода, везде всех занесло снегом, но, как вы видите, вот у нас в Сибири снега практически нет. Вот такой голый асфальт. И что самое поразительное, вот у меня видно здесь табло. Сейчас я найдусь. Что самое поразительное, это то, что сегодня 7 января. И у нас плюс 8 градусов. Вот это время. Это вот дата. Плюс 7, пожалуйста. Только что было плюс 8. Плюс 7 давление. Вот такое аномальное тепло у нас в Сибири. 7 января. Плюс 7, пожалуйста. Я даже открыла окно. Совсем не холодно. И даже чувствуется какое-то аномально весеннее настроение. Потому что солнце светит. Так все радостно. День сегодня такой радостный. День рождения Иисуса Христа. Вот такая. Конечно, очень нам хотелось бы в Сибири снега, но, к сожалению, в этом году у нас очень малоснежная зима, в отличие от других регионов нашей страны, да и не только нашей страны. Я вчера слушала, что там в Греции происходит на острове Крит, сколько там снега и мороз, люди мерзнут. Ну вот у нас вот так. Вот такое у нас аномально теплое Рождество в этом году. Так что хочу напомнить всем, что сегодня 7 января 2015 год. Это Сибирь. Я всех поздравляю с Рождеством. Желаю всем здоровья прежде всего. Удачи. Благополучия. Все, пока-пока.